Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать в наш изумрудный край! Изумрудный край от Вологды недалеко, всего-то около 30 километров. Здесь, за воротами, которые всегда открыты для посетителей, настоящая детская страна. Сейчас в лагере отдыхают 180 детей. Основными занятиями являются, конечно же, это спортивные мероприятия, поскольку часть детей находится здесь со своими тренерами из спортивных школ. Они занимаются тренировками, но и активно также участвуют в жизни нашего спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд». Сейчас здесь тренируются юные гимнасты, футболисты, полиатлонисты, конькобежцы и стрелки. Ребята признаются, времени действительно хватает и для выполнения спортивной программы, и для отдыха. Не мешают тренировки, мы отдыхаем полноценно. Больше всего нам нравится, как здесь форма, как здесь построена работа именно по досугу отдыхающих, разные развлекательные мероприятия, линейки, игры на свежем воздухе, и тренироваться в этом лагере еще намного приятнее, чем дома. То, чему научился и какие навыки отточил за время смены, сегодня демонстрировали во время показательных выступлений и концерта. Лагерю, который лишь в прошлом году перешел на баланс города, сегодня исполнилось 35 лет. Возраст солидный, но впереди, уверены городские власти, еще много новых открытий. Задача стоит перед нами такая, чтобы как можно больше детей, как можно больше спортсменов, взрослых приезжали в этот лагерь, получали тот отдых, за которым вы сюда стремитесь приехать. В этом году в «Изумруде» успеют отдохнуть еще порядка 140 воспитанников. В лагере ожидают еще одну оздоровительную смену. А с августа здесь будут принимать спортсменов на учебно-тренировочные сборы. Людмила Маленина, Новости Вологды.